приветствую вас от лица компании Barceló Hotel Group. Меня зовут Елена Третьякова, я являюсь представителем сети отелей EMEA. Да, это Европа, Middle East и Африка. Сегодня наш вебинар с вами будет посвящен именно Европе, именно Испании и конкретно Майорке. Здесь одни из самых прекрасных пейзажей. Сверху мы с вами видим на фотографии мыс Форментор, куда также организованы экскурсии, либо гости иногда берут машины, сами добираются. Здесь серпантин горный, который спускается к ущелью Сакалобра. Кстати, кто смотрел фильм «Облачный атлас», именно на Майорке, именно в этом ущелье снимали некоторые кадры в этом фильме. И что касается пляжей, как мы с вами говорили, пляжи на Майорке разнообразные. Здесь, опять же, на любой вкус есть и протяженные песчаные пляжи, есть бухточки, есть скалистые побережья. Поэтому этот остров на любой вкус. Экскурсионная программа обширная, для всех также она подойдет и понравится. Здесь мы с вами видим фотографии, некоторые собраны. Конечно, все уместить в одной презентации нереально. Здесь видите фотографию кафедрального собора в Пальме, деревушки Вальдемоса и пещеры дракона. Да, пещеры со сталактитами, сталагмитами, подземным озером, на котором можно послушать концерт классической музыки. Очень-очень интересно. И, как я вам говорила, также активные развлекательные мероприятия здесь присутствуют. Здесь есть аквапарки, есть вечерние шоу, да, для тех, кто хочет проникнуться испанской культурой, посмотреть фламенко, также можно это сделать. Ну, окей, надеюсь, что вам Майорка уже близка, она вам уже нравится, вы уже туда мысленно хотите отправить туда ваших туристов. Давайте посмотрим, куда же их заселить, да, что им предложить из размещения. Итак, отель Occidental Calavinas, 4 звезды, это один из наших отелей топ-селлеров, находится он на южном побережье. Отель находится на первой береговой линии. Видите на фото, да, прямой выход к морю. Буквально, ну, не знаю, 10-15 метров вот по дорожкам можно спуститься к пляжу. Что характерно для Майорки, для наших отелей Барсело? То, что Wi-Fi во всех отелях бесплатный. Wi-Fi есть и на территории отеля, и в номерах для пользования гостей. Да? Отель работает по системам полупансион и все включено. Находится он на юге, да, на первой линии, бухточка Calavinas, расстояние от аэропорта порядка 30 километров, то есть трансфер может занять плюс-минус 30 минут в зависимости от трафика, да, какой будет на дорогах. До Пальмы порядка 20 километров, рядом с отелем есть автобусная остановка рейсового автобуса, который довозит гостей до центральной площади, площади Испании в Пальме. Отель находится в тихой бухточке Calavinas до курорта соседнего Магалуф. Буквально 2,5 километра, то есть гости могут либо на автобусе добраться, либо дойти пешочком порядка 15 минут до курорта, где собраны как раз бары, дискотеки, кафе, рестораны. Да, и, как я вам говорила, в этом побережье также в Магалуфе находится аквапарк, интерактивный дом Катманду, то есть зона очень-очень активная, я действительно ее советую рассмотреть именно как и для семейного отдыха, так и для пар. Конечно, главная характеристика этого отеля – это прямой выход к морю, виды с общих зон открываются живописные, незабываемые, да, здесь мы с вами видим зону с одним бассейном для взрослых, бассейном для деток, здесь также находится терраса ресторана, и прямо отсюда уже вниз идут дорожки, которые спускаются к пляжу. Что касается самого пляжа, это бухта Calavinas. Да, она огорожена, скажем так, скалами с двух сторон, благодаря чему вода здесь все время спокойная. Вход в море пологий, очень удобный, опять же, для отдыха с детками. Но те гости постарше, которые предпочитают поплавать с маской, с ластами, можно доплыть чуть дальше и как раз насладиться подводным миром. Также огромный плюс этого пляжа, бухты Calavinas, что он достаточно углубленный внутрь. Вы видите, на первой, ну, как бы половине этого пляжа стоят зонтики и лежаки оборудованные, и далее вглубь находятся пальмы, да, для тех гостей, кто хочет разместиться под натуральной тенью, под пальмой, это также можно сделать. Сразу вам расскажу характеристику пляжей в Испании, на Майорке в частности, все пляжи здесь муниципальные, общественные, да, то есть зонтики, лежаки обычно не относятся к отелю, и их можно арендовать за дополнительную плату. В среднем стоимость аренды двух лежаков и зонтика варьируется от 15 до 20 евро плюс-минус в зависимости от пляжа. Если гости не хотят арендовать лежаки и зонтики, не проблема, с полотенцем можно разместиться на песочке, хоть на первой линии, хоть подальше, где им комфортно, никто ничего не скажет. Вот это такая, скажем, особенность испанских пляжей. Вот отель предлагает пляжные полотенца за депозит, и, да, с собой вести полотенца пляжные не нужно. Давайте рассмотрим с вами номерной фонд. Отель предлагает базовую категорию номера, это номера Double, стандарт. Максимальное размещение здесь 2 взрослых плюс 1 ребенок до 11 лет включительно. Эту категорию мы с вами видим на фотографии.
выполнена в классическом таком испанском стиле. Здесь двуспальная кровать, да, две односпальные кровати, соединенные между собой, и диван-кровать, на котором размещается третий человек, в данном случае ребеночек. Да. Площадь номер 27 квадратных метров. Здесь плоский телевизор, два канала на русском языке. Есть Wi-Fi, балкон в каждом номере также есть. Есть мини-холодильник и полностью оборудованная ванная комната. С ванной, с феном, ванными принадлежностями. Также есть категория Double Sea View, это номера с видом на море. По дизайну внутри они такие же, как и номера стандарты. Единственное отличие – это балкон с видом на море. Именно для тех гостей, которые ждали весь год отдыха на Майорке и хотят, проснувшись, видеть Средиземное море, пожалуйста, можно предложить номер с видом на море. В данном случае максимальное размещение 2 взрослых плюс 2 деток до 11 лет включительно. 2 деток размещаются на диван-кровати. По услугам, удобствам в номере те же самые услуги есть. Да? Телевизор, русские каналы, мини-холодильник, полностью оборудованная ванная комната. Также обращаю ваше внимание на номера категории Superior. Эти номера были обновлены в 2017-2018 годах. Вы видите, у них уже более современный дизайн. Здесь максимальное размещение также 2 взрослых плюс 2 деток до 11 лет включительно. Здесь улучшенная звукоизоляция, телевизор уже 43 дюйма. В данных номерах есть чайник. Да, сейф есть в каждом номере за дополнительную плату. Также мини-холодильник, ванная комната с ванной и фен есть. Отель был обновлен полностью в 2015 году, общие зоны, да, и категории номеров Superior были обновлены, как я вам сказала, в 2017-2018 году. Мы сделали их в два этапа. И также хочу вам показать еще одну категорию номера. Это номер Family Room, семейный номер. Отель Occidental Cala Vinyas, сейчас мы с вами смотрим. Эти номера отлично подходят для тех семей, которые именно хотят номер с двумя комнатами, чтобы была межкомнатная дверь. Да, здесь, как вы видите, номер состоит из спальни и гостиной. Здесь есть межкомнатная дверь, которая как раз разграничивает спальню от гостиной. И есть небольшая кухонная зона, да, с обеденным столом, плиткой, с микроволновкой и с базовым набором посуды. Здесь уже можно разместить троих взрослых тоже, да, это единственная категория, которая позволяет разместить троих взрослых. И также можно разместить двое взрослых, двое деток плюс бебика, да, до 2 лет, которому предлагаем бэйби-кот. Площадь номера 37 квадратных метров, да, как я вам говорила, межкомнатная дверь есть, диван-кровать есть также, который преобразуется в дополнительные места, либо для третьего взрослого, либо для деток. Здесь уже душевая кабина, да, с душем с эффектом дождя, и мини-кухня есть. Что касается инфраструктуры, в отеле Occidental Cala Vinyas два бассейна для взрослых, да, отель сам состоит из трех корпусов. Соответственно, один бассейн находится рядом с одним корпусом, другой бассейн с другим корпусом, но гости могут пользоваться свободно всей территорией отеля. Итак, два бассейна для взрослых, два бассейна для деток. Дальше посмотрим, да, забежала вперед. Есть также спа-центр услугами, с водными процедурами, да, с услугами по уходу за телом и лицом. Спа-центр в стоимость проживания не входит, его можно забронировать, заплатить отдельно по заезду. Также есть в отеле спортзал. Спортзал бесплатный для посещения гостей. И также гидромассажная ванна на открытом воздухе с панорамными видами на море. Ей также можно воспользоваться бесплатно. Да, платно идет, соответственно, только то, что находится в спа-центре, в закрытом. Спа, сауна, хамам и водная зона. Для деток предлагаем два бассейна. Да, один мы с вами видели ранее. Второй бассейн оборудован водными горками. И как раз в этой зоне, где стоит бассейн с водными горками, рядышком находится детская площадка с мягким покрытием. Как вы видите, здесь такой небольшой игровой городок, горки, качели, и прямо за ним находится мини-клуб. Мини-клуб был обновлен в прошлом году. Вы знаете, что в Барселоне у нас есть своя программа детской анимации, называется она Happy Minds. Да, с детками активно занимаются, развивают их. Поэтому с 4 до 12 лет, пожалуйста, деток ждем. Если детки приехали до 4 лет и тоже хотят воспользоваться мини-клубом, пожалуйста, в сопровождении одного из взрослых можно прийти. И новинка к 2020 году, да, к этому лету, это программа анимации для взрослых We Happy. Это новый концепт, который до этого еще не был в Cala Vinyas. По заезду гостям вручается как раз брошюрка We Happy, где расписана программа анимации на каждый день по часам. Здесь я вам показываю на презентации пример активностей
понедельник. Большой выбор и спортивных мероприятий, да, например, зумба, акваджим, аэробика. И также можно выбрать такие мероприятия, да, где можно как раз прочувствовать именно саму тонкость культуры испанской, да, потому что иногда в некоторые дни делаем дегустацию, например, дегустация майоркинских сыров, дегустация вин, либо мастер-классы по приготовлению типичных блюд, да, паэлья, либо собрасада и энсаймада. Энсаймада – такой типичный пирог на Майорке. Соответственно, гости наберут множество впечатлений, да, научатся готовить испанские блюда и активно проведут время в отеле. Здесь вы видите фотографии ресепшена. На ресепшене есть русскоговорящий персонал, да, что сделает отдых для гостей более комфортным. И что касается гастрономии, в отеле есть главный ресторан Сес Вольтес, который работает по системе «Шведский стол», предлагает блюда средиземноморской кухни, и в течение недели также проходят тематические вечера. Также есть ресторан «А ла карт Эс Поп», ресторан, который находится на пляже, здесь можно уже заказать что-то по меню. Да, также в течение дня он работает как снэк-бар «Эскорт Мари» для тех гостей, которые проживают на «Все включено». Перечень закусок и напитков включен. И также есть бар «Сака Лобра». Это бар, который предлагает различные напитки, коктейли, алкогольные и безалкогольные напитки. Тут мы с вами видим фотографию ресторана «Сес Вольтес». Это как раз ресторан, работающий по системе «Шведский стол» на завтрак, на обед и на ужин. И здесь мы видим с вами фотографию ресторана «Эс Поп», который находится на пляже, и также снэк-бар и бар. Хочу обратить ваше внимание, да, что отель работает по системе «Полупансион» и «Все включено». Немножечко о «Все включено» в Испании. Последние года гости склоняются к выбору системы питания «Все включено». Да, мы видим это по статистике. Если 3 года назад все-таки основная часть гостей приезжала на полупансионе, то прошлый год мы закрыли с таким результатом, что 70% гостей в отеле выбирали все-таки «Все включено». Обращаю ваше внимание, что в отеле «Occidental Calavinas» в этом году есть 2 гарантийных контракта с туроператорами «Coral Travel» и «Annex Tour». Да, соответственно, это лучшие цены на «Все включено» и моментальное подтверждение. Прошу обращать ваше внимание, да, когда гости просят вас, допустим, подобрать тур на полупансионе, сравнивайте обязательно ту цену, которая выходит на «Все включено». Зачастую эта цена будет не намного выше, но у гостей будет беззаботный отдых. Важно обратить внимание, полупансион состоит из завтрака и ужина. Напитки на завтраке включены, чай, кофе, соки, вода. На ужине во всей Испании, да, в частности в этом отеле, напитки платные, да, на полупансионе. Что касается полного пансиона, напитки также платные. Напитки включены и бесплатны только на «Все включено». На системе «Все включено» прохладительные и алкогольные напитки местные, вино, пиво, включены на обеде и на ужине, да, если мы говорим про систему «Все включено». И также в течение всего дня в баре гости также могут заказать прохладительные напитки, либо алкогольные напитки, коктейли в тех барах, которые работают по системе «Все включено» в течение всего дня. В среднем, если гости бронируют себе полупансион и хотят потом куда-то выбраться, поужинать, пообедать, небольшую калькуляцию вам просто приведу, да, что средний счет в ресторане может составлять порядка 20-25 евро на человека. Да, то есть основное блюдо стоит 10-15 евро, в зависимости от места, в зависимости от того, что гости выбирают. Плюс добавляем воду, добавляем бокал вина, десерт. Да, детки обычно будут просить мороженое, пирожное, что угодно в течение всего дня. Соответственно, где-то 20-25 евро на человека за один прием пищи уйдет. Соответственно, смотрите, конечно же, all-inclusive, да, с небольшой доплатой. У гостей будет нелимитированные напитки. Опять же, удобно для деток где-то водичку, где-то сок взять.